Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, и у нас тут, ой, вернуться в игру, блин, тут табличка, я хотел посмотреть на этот набор, какой-то временный набор, у нас там Снеговик был, Дракон и Снежная Королева, да? Так, а где же у нас вот наборы карт, вот здесь вот, да? Вот это вот, Снежная Акция, ну у нас есть эти наборчики, не знаю, я их все-таки как-то берегу, что ли? Так, вот эти драконы, да, вот Снеговик, блин, тут наугад все приходится тыкать, и Снежная Королева. Кстати, да, я могу собрать Снежную Королеву. Ну, теоретически. Ну, если бы она была легендарная хотя бы. Какая у меня сила, 69. Ну, чисто так, прикольно, так, Дракон, Снежная Королева. Блин, постоянно вот это надо туда-сюда. У Снеговика у меня совсем нет. Если бы просто можно было... это гарантированно. Так, одинаковая вероятность получить из каждого ящика фрагмента и то, и то. Так, тут два набора, то есть два пазлика в одном наборе получается. Но мне 4 не хватает до Снежной Королевы. А, ну и вот тут такие вот, ветер, вода, свет, тень. Ну ладно, что-то как-то не особо интересно. Давайте мы откроем обычный чемоданчик. Давай. 23. Это явно не китаец. Давайте откроем редкий набор. И тоже здесь какая-то лабуда. 20-59. Тоже явно не то, что нам нужно попалось. Так, ладно, давайте глянем, что у нас тут по акции идет. Ну, я пытаюсь среди дракона выводить, опять же, с дракона сосульку, но у нас идет акция, где нужно, опять же, выводить на количество драконов, да. Потому как бы так, с пробелами, но вот по сосульке у меня что-то вообще никак не получается. Я вода плюс ржавчина сделал комбинацию, наверное, 15. Сейчас перешел на комбинацию вода плюс чернобронный. У меня драконы все выше 16 уровня, они даже заколдованы. Но что-то как-то не получается. Да, ну вот сейчас опять же вот не собираю вот эту штуку. Хотя, наверное, стоит собрать. Так. Давайте сейчас посмотрим. Я тут дракон продать нужно. Вот это лишний дракон, он место занимает. Так, эти же ребята туда помещаются, да? Что ж, у нас огонь. Огонь, кипение. Разместить. Да, вот отлично. Размещаем. Ладно, давайте этих ребят тоже разместим. И делаем сочетание. Ну, чернобронный у меня 16 левела, но он заколдован. Да, вот возможные результаты. У меня есть все возможные, кроме нужного. И что-то опять попалось нам на 6 часов. Это не очень меня радует. Так, что еще? По-моему, покормление я уже тут все выполнил. 4 вот дракона вывел. А, нет, накормить дракона у меня еще есть. И собрать золото. Но я на 5-м этапе, но у меня выходные пропали, блин, я не успею это все дело сделать. Наверное, не успею. Ну, хотя бы до 8-го этапа дойти. Потому что, короче, был занят, пробегал целый день, всего лишь 2 раза игру запустил за выходные. Так что явно пропустил очень много. Как говорится, из дерева делаю некую мебель по выходным. Так что времени совсем нет. Так, но тем не менее у нас есть парочка дракончиков. Так, я вот, как видите, понемножку осваиваю. У меня 50 лимонов откуда-то взялось. Так, давайте сейчас будем выбирать, где что здесь можно расчистить, блин. 18 миллионов. Ну так, чтобы сразу как бы место под... под жилище получилось. Надо давать 2 по 6. Ну и 18, конечно, можно расчистить. Но пока, наверное, смысла нету бежать впереди паровоза. Вот это вот дерево тоже нужно убирать. Потому что сюда из-за него не помещается. Ладно, давайте уберем это большое дерево. И будем качать. Давайте вот комбинашку вот такую. Это у нас Агнес, очень похоже на цунами или тайфун. Есть какой-то дракон, не цунами, то есть тайфун, это же у нас
это ветер. А, дракон только синего цвета есть такой же, в виде волны, да? Волна, кстати, наверное, тоже есть такой дракон. Так, это у нас редкий 65, огонь, вода, ветер. Такой дракон с Агнес. Агнес, Агнес, переименовать. Як... Нё... Хотел ягненок назвать. Будет вот так вот. Это на украинском языке ягненок. Ягня. Вот так вот. Отлично. Так, короче. Ну, забавно выглядит дракончик такой. Напоминает мне какую-то рыбешку. Такой широко открывается рот. И вообще, это похоже на дракона. У него даже крыльев ни в какой дракон. Динозавра нету. Крыльев ничего нет. Ну, давайте мы сейчас до большой фазы покормим. Дальше покормить не буду, потому что у нас, как видите, есть условия по кормлению. Ну, что такое? Забавный, симпатичный, оригинальный дракон. У меня, по крайней мере, нет никого на него похожего. Нет, он выглядит не так, как синий дракон. Синий дракон не так выглядит. Про которого я подумал. Кстати, давайте прочитаем. Драконы Агнес очень обеспокоены режимом сна и питания других драконов и могут поднять шум, если их советам не прислушают. Это, в общем-то, дракон персональный тренер, да? Тренер он напоминает и любимую бабулю. Бабулю. Ну, хорошо. Красивые, кстати, глаза у этого дракона. Так, что у меня тут по акции? Так, давайте детально посмотрим. Не понял. А, это пропустить 285. Я думаю, чё нам дадут 285 кристаллов? Да, быть такого не может. Да, тут 25 несчастных дадут. Так, дракон-скрипка. Есть у нас такой, да. Ну, а последний, как там тебя зовут? Снежиночка. Ну, кто бы сомневался, что это у нас дракон-тюлень-снежиночка. Эпик 61. Это вообще один из слабейших, наверное, эпиков. Так. Другие акции, что у нас тут? Ну, здесь не участвую. Ну, здесь участвую. Вы видите, как можно больше драконов в один день. Кстати, ну, наверное, насобираем за это все время. Так. Ну, все у нас тут потихоньку, понемножку идет. Давайте сейчас мы дособираем золотишко на этом острове. Так, ну и помчим, давайте на колдовскую заглянем, да, как обычно. Посмотрим, сколько у нас кубков, опять, наверное, 900 с копейками. До 1000 мы еще не доросли, чтобы там держаться. 968, да, но этого нам не хватит. По 15, 30, 60, не, хотя если 4 битвы мы победим, мы снова перейдем в более высокую лигу. 56-й. Ух ты, ё-моё, 60-й. Ну, давайте посмотрим. Да, он, скорее всего, здесь с такой сильный один. Так, ну это даст нам плюс 14 за победу. Главное не протыкать, а то я так тыкаю. Не нажать в бой на самом сильном драконе. Вот 53-й дракон. Это у нас стихия, да? Давай. Вот так вот сделай. Ммм. 54-й. Ну, давай, может, выживет. Так. 54-й на 3 звезды был. Ну, нет, 3 тут крепких дракона, но, в общем-то, мы нормально справляемся. Да, вообще мы его не поцарапали. 10 уровней, 12 уровней разницы, конечно, это вам не просто так. Так, ну, с помощью таких вот усилялок готово. Так, нам дадут боевой сундук на следующий ход, это приятно. Так... Плюс 16, минус 14. Ну, давайте посмотрим.
Кстати, свет можно же взять. Так, и заменить вот этих двух ребят. Даже троих нужно заменить. Ну, давайте зайдем в бой, посмотрим. Какие здесь драконы. А то бывает совсем по-разному. Вроде как и очков мало, а драконы сильные, а вроде как очков много, а драконы вообще очень слабые. Так, опять же идут первые три слабых. Так, 54-й, но на все звезды, а мы 55-й. А, я вообще-то факела хотел взять. What the fuck? Я брал факела. Да, и усиление у меня так как бы не особо. Так, ну он сильнее нас уровня на 3, вот это должно нас спасти. Так, ну пол жизни мы потеряем. Такие звуки неприятные издает он во время атаки. Так, 55-й, вот наш уровень. Атакующий. Ну надо брать, что поделаешь. Так, и самоуничтожение. Ну, да, жаль. Жаль, что так получилось. Так, кстати, вот. Вот ты. А у кого-то есть огонь? Со стихией огонь. Есть ты со стихией огонь, да? Ну, ты должен затащить. Ты же бог! Алёнушку мы победили. О! А, ну да. Подожди, мы в этой... Почему у нас сундук такой? Мы же откатились назад меньше 1000 кубков. У нас был сундук-то помощнее. Алёп! Ну, ну вот так, хорошо. Так, о, мы сейчас перейдем. Так, я вообще-то факела вот хотел взять. Да, так. Неприкольно, когда картинки не прогружаются. Надо удалить и заново установить игру, наверное. Так, теперь по... Вот теперь у нас комбинаха по факелу стоит. Все, помчались. Так, 51-й. Ну вот мне уже не нравится то, что он 51-й и на все звезды заколдован. Давайте найдем другого все-таки противника. Откуда вы столько всего понабирали, позаколдовали всех драконов? На розовые звездочки. Так, ну ладно, здесь уже начнем. Первый был сильный, теперь, наверное, слабый, и последний там, или предпоследний тоже будет сильный, да? Так, 52-й. Ну, то есть он на один уровень сильнее, чем мы. Давайте бабахнем светом. Минус 32 миллиона, ё-моё. Сколько урона прошло зря. И 48-й. 5 уровней разницы. Сейчас сможем. Смогли. Так, и опять мы перешли в высшую лигу. Ну, можно еще раз один бой, да, провести. Попробовать, так сказать, закрепиться здесь. У меня вот Миха есть. Миха любит у нас металл. Металл, тяжелый металл Миха любит. И энергия. А сюда щит. Давайте попробуем найти кого-нибудь полегче. Для Михи.
минус 17, 63. Ну вот, надеюсь, здесь один будет только сильный дракон. Ах ты ж, самое неприкольное, когда на тоненького остается в живых дракон. Блин, он сейчас как нас тут собьет. Вообще, мы на нуле остались. Ну, нам хана. Нам хана. Он нас, ну, по-любому добьет. Сколько там у нас осталось? А у меня больше никого здесь нет. Ну, допустим, блин, ну это глупо. Больше мне, ну, надо выходить. Зачем я потрачу? Я следующего никого не пробью. У него 57-й был, да. Так, печально получилось. И мы снова вернулись ниже. Ну да, мне больше сильных драконов не осталось. Ну, такое дело, бывает. Так, что у нас здесь? 24. Божественные. Да, вот этих очков жутко не хватает. Так. Чё поглядим еще? Что у нас тут еще такого интересного? О, происходит? Ну, вроде как все, ребятки. Пока что ничего не происходит. Что у нас по клановым событиям? Когда начнется ближайшее событие? Начнется через 4 дня. То есть у нас еще после Нового года получается. Или, когда, или нет, или до Нового года, короче. Так. Сколько у нас тут щепку, да, или кого мы там? Мы каттера выводили. Так, ребят, каттера выводить. Каждый по разу вывел, и ладно, не по разу, тысячу раз нам нужно вывел, каждый по 20 раз вывел, и все. Ну, и с 50 человек клана каждый по 50 раз вывел, и готово. Так, пропускает обновление таймера всех заданий клана во время восстановления. Такой вот интересный дракон. А Сера приносит у нас алмазы. Да. Ну, сейчас у нас во время акции, да, стоит минус 1 час. Ну, тоже полезно. Так, ладно, ребятки, код дружу 5B0F59. Добавляемся. И до скорых встреч. Всем пока.